Я наложила на вас венец безбрачия. Я вас очень прошу оказать мне честь и встретиться со мной. И часто вы так с женщинами знакомитесь? И в результате мы имеем убийство в состоянии аффекта на почве личной неприязни. Я хоть в участковую пошел, лишь бы дочь избавить от беды. Руки! Руки покажи! Ну не может Никита быть убийцей. Я так не считаю. Одна радость у меня в жизни есть. Одна надежда. Никита. И вот твоими стараниями теперь за решеткой оказался. Если все улики указывают только на одного, это еще ничего не значит. Венец безбрачия. Детективная история на Юргене.